Гречка с желудками в мультиварке. Поклонникам куриных потрошков, между прочим, желудки очень полезны, калорий мало, а микроэлементов, белка и фолиевой кислоты много, идеально для тех, кто следит за своим здоровьем и весом. Простой рецепт гречки с желудками в мультиварке настолько понятен и примитивен, что самое сложное здесь – это подготовить продукты, все остальное умный агрегат сделает сам. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Гречневая крупа, 2 стакана, здесь и далее имеется в виду мультистакан. Куриные желудки, 500 грамм. Вода, 3 стакана. Сливочное масло, 1 столовая ложка. Растительное масло, 2 столовые ложки. Морковь, 1 штука. Лук, 1 штука. Сушеный болгарский перец, 1 чайная ложка. Сушеный сельдерей, 1 чайная ложка. Соль, по вкусу. Перец душистый молотый, по вкусу. Мускатный орех, по вкусу. Количество порций, 4-5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До свидания.